Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1316. События дня. Филиппийцам 4:6. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Далее объявление. Так, курсором затормозите, прочитайте и можете посмотреть. 4 видеоролика, подтверждающие то, что говорится. Чтобы забить только одну нашу деревянную сваю диаметром до 20 сантиметров, нужно поднять кувалду весом в 11,8 килограмма выше головы, на вытянутые вверх руки ударить около 20 раз и более. Высота сваи около 2,5 метров. Иногда с подставленной щурки высотой 60-70 сантиметров. И таких свай забито вдоль дамб плотин со стороны воды у пруда более 1200 штук. Чтобы не дать воде размыть плотину, каждую сваю заготовить в лесу, привезти, ошкурить клен, березу или ветлу, срезать, скомлять 4 угольника, заострить, отвезти на место, там протравить, отработкой от машин, промазать, забить. Один забивает кувалдой 20 ударов, а двое лопатами удерживают сваю в вертикальном положении. 24 вчера. Леонид пишет. На ролик Вячеслава Семенова. Прекрасные ролики, очень полезные. Я плакал, как дитя. Страх Божий и любовь. Это сегодня Потеряевка. Спаси Христос. Это пятидесятник пишет. Не православный. Вот Господь как делает. Опять вот исчезает. Ничего не могу сделать. Яркости нет и все. Четкости нет. Почему? То ли близко из-за того, что ничего не могу сделать. Посчитать подряд не могу. Вот так. Вот опять исчезла. Четкость. С Украины один пишет.
Так что вчерашний день, целый день ждал, бульдозер не привезли. Ну, мы съездили там, порыбачили. Примерно 75 килограмм за один раз рыбы дошло к нам. Обрабатывали, чистили. Вот так на этом. Это все можно сказать.